так много времени, будем стараться проявить себя на чемпионате мира. Кстати, по норвежцам, вот паренек этот Бранд дал, да, он вроде бы недавно только отошел от травмы, да, небольшой такой, с коленом было тяжело. И как вот он сейчас вместе с Катерстадом, на твой взгляд, один из соперников Волга? Знаете, я этого парня знаю достаточно давно, еще когда дебютировал на Кубках мира. И второй мой пьедестал был, третий пьедестал был, Дендра, Италия, где я занял второе место с Катерстадом. И как раз Бранд бежал в финале со мной. И сзади, когда пошел обгонять, споткнулся, от меня упал и был шестой. После этого у него немножко такой провальные года были. Но он сейчас стал подниматься. Но опять-таки он стал подниматься после травмы, когда повредил колено. Очень много работал на плечевой пояс. И этот парень, он всегда, особенно в конте, составлял конкуренцию. И сейчас он очень сильно добавил классики. Я считаю, что это конкурент номер один. Так же, как Пакистан, даже, наверное, сейчас посильнее. Так что будем иметь в виду, будем смотреть на него, что-то изучать, собирать и пробовать бороться с ним. Кстати, о классике тоже очень здорово добавил в этом сезоне. Мы тоже и с Сашей Бальжинским разговаривали, он говорит, сколько нас удивляет, просто сумасшедший. За счет чего и как мы работали в межсезонье именно на классике? Знаете, всегда хотел классики добавить, но не всегда себе получалось проявлять, потому что жертвы какими-то стартами меня отправляли, я имею в виду коньковыми, чтобы выступить хорошо. Жертвы классики отправляли, не участвовали. В этом году немножко получилось его проявлять, потому что Кубки был этап, и до этого меня ставили. Кузьма немножко не получилось, там тактически проиграл. И сам рад, думаю, что еще могу добавить, если также будет складываться подготовка. В первую очередь это заслуга тренера, который правильно умеет наставлять, правильно рассказать технически, как что делать, вынос. Ну, то есть правильные углы, и все это складывается из-за этого. Допустим, если раньше я ходил, руки боком выносил, сейчас выношу прямо, это, соответственно, приложение силы уже другое. И подготовка, конечно, складывается по-другому. Больше технической работы, больше, как внедрение тренировки как спортсмена. И поэтому вот отсюда результат. То есть контакт спортсмен-тренер не просто не катайся, а постоянная работа. Поэтому мне хочется что стартовать и классические старты. Ну вот посмотрим, как сложится чемпионат мира. Там останется два спринтерских этапа классических. Если здоровье будет позволять, то я буду рад